Всем привет, ребят, с вами Скорп, и сегодня я вам покажу, как изменить максимальное количество игроков на сервере. Если честно, я не знаю, зачем я записываю этот ролик, но пусть будет. Пригодится это скорее тем, кто держит сервак, чтобы это было некой изюминкой, но по факту это всего лишь цифры. В любом случае, больше 32 человек на сервере играть не сможет. Скорпион. Те, у кого сервак на компе, находим файл сервер. И сюда прописываем вот эту команду. Можете прописать в любое место, я просто предпочитаю, чтобы все было разложено по полочкам аккуратненько. Ставим, допустим, 200, сохраняем и проверяем. Ну да, все работает. Можем даже обновить, посмотреть. Да, все работает. Опять же повторюсь, это всего лишь цифры, не более. Давайте еще разок. Допустим, ставим сотку, сохраняем. Кстати, максимальное число, которое можно поставить, это 255. Возможно, ставится и больше, но у меня корректно отображается лишь 255. Дальше потом какая-то шляпа вообще. Да, все работает. Просто изумительно. Рано или поздно мне бы задали этот вопрос, я уже решил не дожидаться и записать сразу ролик. Ну, в принципе, на этом все, рассказывать особо больше нечего. Если кому-то еще интересны все различные гайды по КС, то на экране сейчас появится целый плейлист. Пожалуйста, щелкайте и смотрите. Удачи!